Качели, машинки, турник с канатом, асфальтированные дорожки для катания на велосипедах и самокатах. Для детей раздолье, но и взрослые довольны, что удалось реализовать важный и нужный проект. Это не просто комфорт для наших ребятишек, это не просто место, куда, где они будут собираться, приходить и общаться. Это еще и некий символ заботы государства, заботы Единой России, которая увеличила бюджет на все социальные проекты в этом году на треть. Проект инициативного бюджетирования предполагается финансирование. На этот раз на благоустройство, а теперь тут есть и урны, и скамейки, потратили 1 000 000 рублей. 95% средства бюджетные, 5% собрали жители Затона. Участвовало порядка 80 человек, которые сдавали деньги. Это разные совершенно суммы. Мы были рады всему, благодарили всех и вся. Не ожидали такого отклика. Позитив, конечно, переполняет нас. Площадка точно не будет пустовать, ведь в Затоне живут почти 500 ребятишек. Многие пришли на торжественное открытие. Благодаря активным жителям микрорайона и партии «Единая Россия» удалось благоустроить вот такую хорошую детскую площадку, которая пользуется большой популярностью у маленьких жителей района. А у родителей уже зреют новые планы. В первую очередь они хотят поставить забор, чтобы оградить площадку от дороги. Надеются, что эту и другие идеи им помогут воплотить жизнь. Татьяна Голубева, «День с толком».